Хиллари Клинтон опережает Дональда Трампа более чем на 1 000 000 голосов избирателей. Таковы данные предварительного подсчета в нескольких штатах. За демократов проголосовали 62 миллиона человек, за республиканца 61. Впрочем, еще в 3 штатах точные цифры неизвестны. В Мичигане итоги и вовсе не подведены. Напомню, выборы президента в США проходят по двуступенчатой системе. Победитель забирает голоса выборщиков в каждом штате. Трамп заручился поддержкой 290 выборщиков. Этого оказалось достаточно для победы.